Так, если ты пришел заниматься боксом и здесь подружился, то это уже на всю жизнь. И так между собой дружить, друг друга поддерживать, это самое главное, дружба, братство, единство и доверие. Правильно? Занимаюсь боксом с 2018 года. Снова турнир межрегиональный, международный и открытые ринги, турниры еще много очень. После уроков еще делаю за домашние задания, отдыхаю и иду на тренировку. Ну, брат сам занимался еще боксом и кикбоксингом, и еще брат знаком с тренером. Нет, не строгий вообще. Но иногда может. Он столько, сколько существует этот комплекс, он с 2016 года открылся у нас в ФОК «Юность». И вот, и в этом зале всегда был зал бокса. И, в общем-то, ну, мы уже пришли уже готовым коллективом из детской юношеской спортивной школы «Полет». У нас уже были неплохие ребята с хорошими результатами. У нас в то время уже два мастера спорта у меня занималось. Братья Топузяны, да, который потом вот один в этом зале уже тренируюсь. Он стал финалистом первенства Европы среди юниоров, тяжеловес. В общем-то, ну и эти ребята тоже продолжают эти традиции. У нас в сборной всегда кто-то есть. Вот каждый год член сборной есть. А вообще так, ну, у меня как бы планка такая, раз в 3 года я должен мастер спорта подготовить одного. Первенство России, призер у нас первенство России, финалист первенства России, сборная у нас вот 16-го года, Шарафутдинов, проходит и до сих пор. И вот Павел Чинчиков 2 раза 5-м был, то есть он в резерве сборной у нас. И, ну и так и регулярно мы выиграем крупные соревнования. Мы были школа «Олимп», «Искра», старинный тоже стадион. Готовы люди сотрудничать. Это и мэр, и начальник департамента был с нами, Антон Петрович Ермаков. Готовы делать пристрой специально для боксеров. Второй зал – это было «Юность», ФОК «Юность», где уже как бы все готово, но нужно просто еще добавить боксерский груш. И третий зал – это частный зал, где есть своя земля, где можно тоже сделать пристрой. Здесь просто дышать нечем, здесь столько народу, что надо расширяться. И сейчас мы Татьяну Анатольевну поведем посмотреть землю, вдруг на самом деле мы расширимся. Все очень приятно. Вот Россия!